Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, для начала заберем наши награды. Бонусная миссия. Так, собрали еду. Открыли наборы. Давай сразу соберем моды. За еду или за деньги. Наверное, лучше за еду. Хотя, давай за еду, фиг с ним. Поехали. Так, Блю, что ты мне подкинешь на этот раз? А на этот раз он мне подкидывает отвлечение. Так, снижает показатели атаки противника на 15%. Такое себе, если честно. Ну-ка, посмотрим, что здесь дальше нам выпадет. Эть, ну почему не набор, а? Так, общая слабость. Снижает запас ОЗ всех вражеских существ на 15% до конца боя. Ну, вот это уже будет получше, как по мне. Так, ну что, забираем тогда вот это. Использовать три ускорения, потратить монеты. Так, секунду, монеты мы тратим где обычно? На еде. А еда у нас... Вот. Все. Так, что у нас тут опять, а, происходит? Ну-ка, покажи, кого? Давай попробуем сами поймать. Ютараптор, да, ведь? Так, 5 раундов. Окей. Первая попытка, нормуль. Раз, два, три, четыре, пять. Ать, поспешил здесь, поспешил. Да что ты, ёк-макарёк. Я не пойму, что происходит, а? Ну? Замечательно. В любом случае, если мы с тобой сейчас не сфилимся, он будет у нас пойман. А сфейлиться я не собираюсь. Все, отлично, друзья. Поймали. Так, и получаем с тобой что здесь? 725 опыта, ну и 5 ДНК. Шикарно. Так, забираем здесь награду. Ну что, пора посмотреть, какие сегодня у нас будут события. Кстати, помимо событий, нужно еще здесь глянуть. Велоцираптор, ты как у меня? О, как ты долго прокачиваешься, а? Ты серьезно? Ты просто решил поиздеваться надо мной, по ходу дела. Так, зато здесь у нас этого забираем. Докозавра. Мы его потом сможем еще и прапать. Так. А этот-то у нас. Посмотрим результат. Эволюция не завершена, к сожалению. Ладно, пускай продолжает дальше эволюционировать. Тут один час. Ну тут 2 часа, да? А тут получается у нас всего лишь час. Давай дальше забирать. О! 2 моих родных. Кстати, они тоже, ребята, должны будут у нас прокачаться. Вначале, соответственно, до 20 уровня, а потом мы их скрестим до 30-го. И это будет круто. Так, где там еще у нас один? Сейчас я его заберу. И там было, по-моему, 3 ускорения еще нам нужно сделать. Вот так вот. Конечно, хотелось бы его прокачать до 40-го уровня. Это было вообще идеально. Ну вот не знаю, успеем ли, сможем ли и хватит ли у нас ДНК. Так, ну а здесь выводим Аланку. Естественно, на ускоренном. Помещаем. И далее. Так, а может быть кто-то еще у нас есть? Но остальные, я думаю, дорого будут стоить. Вон, видишь, сколько? Тодзи. 10 долларов требует для того, чтобы его вывести из себя. Так, хорошо, и последний. Что такое? Не понял, с какого перепуга ему вдруг... Тодзи, ты чё? Зашибись. А чё это он вдруг у меня ушел-то с места? Я не понимаю этого. Так, вообще, можно как-то вот так вот? А, Тодзи, он же у нас только появился, ё-моё. Я думаю, что за дела? Все, я понял. Сейчас мы его поставим. У нас его просто не было. Тогда мы тебя куда-нибудь
Опа. Только не говори мне, что у меня нет места. Ты прикинь... Подожди-ка, вру. У нас же есть остров. На острове должно быть место. Сейчас мы глянем. Да вы серьезно, что ли? Вот это подстава. А что же тогда мне делать-то? Как быть? Вот чего-чего, но я не ожидал, что мне даже некуда будет поставить динозавров. Доигрались. Трындец. Я даже не знаю, что делать. По идее, нужно расширять территорию, но $200 надо на это потратить. У меня таких денег, как ты видишь, нету. О-ля-ля, вот тебе чудеса. Так, ну что, ладно. Давай посмотрим, что у нас тогда по событиям. Вот, белую мглу. Пожалуй-ка я пройду. Тут должно быть очень быстро. Так, возьмем с тобой, значит... Синтета и возьмем, наверное, мамонта, да? И возьмем мамонта. Так, и вдобавочек возьму сюда Келлинкина. Поехали, друзья. Так как у нас лед сильнее, чем пустынники, мы их должны, в принципе, быстренько разбомбить. Так, с разбега давай ему. На тебе, на 200. Но он сейчас, ему нечего делать, ребят. Менять смысла нету, поэтому он будет, естественно, либо атаковать, либо собирать эти бонусные баллы. Ну что, ушатываем его тогда. Ну давай, 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 быстрее. Дыч, готов. Так, выходит второй Элсматерий. Он немножечко слабее, чем первый. Он делает одну атаку. Так, и хочешь сказать, что ты взял две защиты? Не поверю. Одну. Тогда крышка тебе. Ну и остальное все он перекидывает на Архиотерия. То есть 2 балла. А, нет? Ну тогда все. Мамонт наш его, по идее, должен сейчас хлопнуть. Да, достаточно будет 2 плюшек. Но я буду сливать абсолютно все. Давай, бабах, на 2000 урона. Шикарно, красиво, круто. Ну что, мы двигаемся с тобой дальше. И у нас последний поединок на белой мгле. Тут еще немножечко ДНК нам привалило. Не, ребят, я что-то немножко расстроен, что у нас нету места. Я не могу поставить динозавра никуда. Так, магистотерий, амфицион и энтелодон. Значит так, здесь берем уртинотериума. Возьму я, наверное, гастурниса. И... Так, против... А лед у нас отсутствует, да? Ну, тогда возьмем Эриматерия. Поехали. Думаю, что здесь тоже все на изи будет. А достаточно будет одной плюшки, ребята, чтобы Мегистотерий у нас отдуплился. Я думаю, Амфицион тоже далеко не уйдет. Угу. 598 здоровья у него. Что же ты будешь делать, а? Атакует. И это глупо. Ну, у него выбора нет, ребят. Давай его уничтожать. Бабах. Ну и все. Выходит последний. Это энтелодон. Не знаю, что он тут, конечно, будет делать. Но ему крышка. Мне нужно нанести ему 2 атаки. Даже если он взял защиту, мы все равно его сможем пробить. Крышка тебе, парень. И это круто. Довольно легкая, ребята, была победа. И вообще это событие легкое. Одно из легких, согласись. Так, ну что, забираем наши награды. Колесо призов. Давай такой без вылетов, пожалуйста. Ох ты! Кайнозойская схватка, друзья мои, набор. В первый раз такой открываю, если честно. Смотрим. Деньга. Только не говори, что это диплодок. Блин. Твою налево. Ну почему именно вот то, выпадает то, что у меня есть? Ай-яй-яй-яй, как же я расстроен. Тут же, ребята, ну дофига чего интересного есть. Нет, вот
Микропозавр хотя бы выпал бы мне. Я бы тоже бы не отказался. Так, что у нас здесь? Забираем. Так, отлично. И пошли посмотрим еще, что у нас тут есть. Могучие деньги. Собирая команду. А что такое собирая команду? Только для травоядных. Слушай-ка, интересно. А что там за награда? Ну-ка, посмотрим награду. Ох ты, друзья мои, давайте попробуем. Но тут только для травоядных, как ты видишь. Так, уинозавр, против тебя кого бы нам влепить-то? Только травоядники, да, должны драться? Афиакамима, может быть, взять? Давай, наверное, все-таки я возьму эрликозавра. Поехали. Конечно, не хотелось бы проиграть в этой схватке. Кто первый ходит? Мы. Сразу беру бонус автоматом, ребят. Что он будет делать? Он копит. Он, друзья мои, копит. Раз, два. Блок. Слушай-ка, по-моему, ему карантарики сейчас будут. Так, у него всего один. Угу. Да, я его сейчас вырубаю, ребят. Не поможет тебе эта защита уже. Ты сфейлился, парень. Хорошо, 1-0 в нашу пользу. Поединков там еще сколько? 4 штуки, по-моему, надо будет сделать. И что-то мне подсказывает, что с каждым разом будут все серьезнее и серьезнее нас встречать там динозавры. Давай смотреть дальше. Ух ты, а тут уже хищники только. Остафрикозавр. Фига себе, 491 атака у него. Ого. Ну, друзья мои, я, наверное, возьму Тенекалагриуса. Как бы больше пока из хищников мощных у меня нету. Фига, он здоровый какой-то, посмотри. Посмотри, какой здоровый. Если он не даст две плюшки, у меня сразу минус 800 будет, да? Посмотрим. Какой 800? Там 1000 вылетит. Да, это серьезный был удар. Так, что мне его бомбануть? Сразу 300-300, это 600. Блин, мало, не хватит. Давай вот так вот сделаем. Блин, походу сейчас я влечу по полной программе, ребят. Нет, ему крышка. Все, он сфейлился. Поехали. Давай-то, Николагриус, вали его на бок. Готов. Так, ну что, второй поединок тоже вроде бы неплохо отыграли. Давай двигаться дальше. Переходим на следующий. Кто здесь? Диморфодон. Ну, в этом случае нам выгоднее взять, наверное. Тропиогоптера я возьму, наверное. Как вариантик. Поехали. То есть это такое событие, где будут участвовать абсолютно все, да? Только не хватает еще рыб. Ну что, я беру бонус. Сейчас посмотрим, что он будет делать. О, все, братишка, пока. Тебе кранты. Тебе кранты, тебе кранты. Давай, друзья мои, бомбить его. Вот как-то так получается у нас. Ну, шикарно. Что там остается у нас? По-моему, два поединка еще, да? Или один? Не, по-моему, два. Два, да. Так, микропозавр. Ну, против микропозавра у нас есть выбор, друзья мои. Мы можем, да, взять даже того же самого диплотатора. Поехали. Диплотатор.
Так, микропозавр. Ну что, я сразу начинаю с бонуса. Сразу же автоматом. Так, он тоже взял. Что? Блин, а вот это уже опасно, ребят. Что он там сделал? Он себе берет бонус. Ага. Тем не менее, даже если он все сольет, он меня не пробьет. Хм. Удивительно. Ну-ка проверим-ка его на прочность, на вшивость. Все, ему крышка. Лопухнулся. Недооценил, как говорится, меня и за это получил. Ну что, друзья, последний бой. Надеюсь, не настолько сложный, насколько я могу себе представить. Опачки, вы серьезно? Так, Унозавр, Астафрикозавр и Димерфродон. Это все, которые были. Так, ну я даже не знаю, у меня хищник есть? Есть. Берем Таниколагриуса здесь. Против Астафрикозавра я возьму... Как же он тут хитро все сделал, а? Как же он хитро здесь все сделал. Ладно, Диплотатора возьмем. И Тапиелозавра, наверное, да? Или как? Или все-таки нам взять Уэрхозавра. Вот незадача. Вот незадача, друзья. По идее, надо брать Уэрхозавра. По идее. Так, ладно. Обалдеть, в конце они, конечно, сделали, да, приколюху. Уинозавр, как бы мне тебя расколоть-то, а? Хищников нету, слава богу, давай возьмем тогда так. Будет менять, интересно, противника или нет? Скорее всего, возьмет Астафрикозавра. Оу! Димерфодона он взял. Еще и атакует, прикинь? Вот это наглость, это борзость просто. Блин, он же возьмет Астафрикозавра. Ведь возьмет же, да? Так, сколько я ему могу влупить? На 1000. Поехали. Даже на 1000 с небольшим. 1300. Отлично. Ну что, он будет брать Астафрикозавра, скорее всего. Угу. И атаковать, да? Значит, мы с тобой возьмем Диплотатора. Проверим. Пока. Блин, ну то, что у него Димерфодон этот, он же сейчас меня уничтожит. Но зато потом уничтожим его мы. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько ему нужно сделать? Две атаки потратить, да? Две атаки потратить. Две у него остаются в запасе. Ай-яй-яй, две у него остаются в запасе. Что же тут он предпринял? Так, раз, два, три. Это в любом случае нам надо так делать. И берем тогда еще с тобой вот так. Твою дивизию, блин. Он все баллы перекинул сюда. 6. Давай посмотрим, сколько, 3. Все, ребят, ему крышка. Я думал, что он 3 сольет. А в таком случае мы его, естественно, уничтожим. Наверное, да? По идее, должны. Все. Друзья мои, победа за нами. Ну, а сейчас посмотрим, какая легендарная карта нам выпадет. Давай-ка, я очень хочу глянуть, потому что в этом паке разыгрываются только легендарные карты. Скафагнат. А Скафагнат, по-моему, у меня есть, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, ребят, 650 очков доверий. Тем не менее, Скафагната мы еще с тобой сможем улучшить, то есть соединить, сделать 20 уровнем. Так, ну что, заберем награды. Прекрасно. Так, ну и что у нас остается здесь? Заходим в события, но это я не буду играть, только для редких. Ну-ка, давай посмотрим. Так, Критозавр, как тебе тут? В принципе, можно через гигантозавра, наверное, вальнуть. Проверим. И тиранотитан. Против тебя пойдет у меня, наверное, кулазух. Смотрим.
Что-то я в гигант... в этом, в гиганте не особо уверен. Хотя... Блин. Давай возьму бонус. Так уж и быть. Он будет менять. Он меняет. Так, и сейчас мой кулазух будет его наказывать. Тем более он остался без всего. Он поменялся, плюс атаковал. Так, кулазух, сколько у тебя? Да, как раз хватит нам, чтобы его уничтожить. Но каритозавр, скорее всего, уничтожит уже нашего кулазуха. Сейчас посмотрим, сколько там выходит у него. Хотя не факт. Не факт, друзья мои. Видишь, что он делает. Так, три. Если мы три атаки ему сделаем. Блин, боюсь, не хватит. Поехали, короче. Отлично. Все, хватило. Ну, ну, молодец, молодец, кулазух. Красавчик. Разрулил, так сказать, ситуацию. И одного, и второго подбил. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Опять Тиранотитан и Пирораптор. Угу. Так, а у меня больше... Что за намеки? Ну, Нундагозавра, мне кажется, его одного здесь хватит, чтобы расправиться с этими оболтусами. Поэтому Нундагозавр будет драться вместе... Подожди-ка, давай-ка мы так вот сделаем. Раз. Ну, эти ребята... На один зубок ему. И два. А так слишком быстро их положат, наверное, да? Тогда сделаем вот так. Да, вот так вот будет, наверное, оптимальнее всего. Так, ну что? Естественно, мы на нашем пирорапторе его пускаем под нож, а сами с тобой, естественно, набираем бонусные очки. Вот, например, сейчас нам крышка, но крышка ему от Нундагозавра. Достаточно будет одной плюшки, чтобы его вырубить. И две плюшки еще взять на бонус. Так, выходит, кто у него там? Пирораптор. Ну давай. Тебе ничего здесь не светит, парень. Даже не думай. Захотел отсидеться. Даже это тебе не поможет. Никаких отсидочек. Вот и все, ребят. Ну что, могучие деньги. Идем с тобой за следующей партией противников. Это уже будет последний у нас поединок. Ну-ка, что у нас тут? Монолофаза... Ага, монолофазавр и пирораптор. Ну, здесь, ребят, что делать остается? Топиалозавр берется и... Так, мы сделаем так вот. Аллозавр и топиалозавр. Вот такой у меня, ребята, вердикт будет против них. Не самый, конечно, лучший, не самый там оптимальный, но все-таки. Естественно, делаем по стандарту. Он меня сейчас наверняка уничтожит. Нет. Нет, ребята, не уничтожил. А я все по-старому. Я все буду гнуть свою политику. Ну давай, 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 бей. Вот и все. Вот и красавчик. Так, ну что, мы с тобой смотрим. Топиалозавру достаточно две атаки для того, чтобы его вырубить. И мы это сделаем. Раз, два. Раз, два, три. И вот так, еще одну защитку поставим, чтобы на всякий случай. Покеда, парень. Ну, а пирораптор, что он тут сделает? 171 атака. Ничего у него не получится. Он решил отсидеться, как всегда. Ну что ж, за это ты и получишь. Ну, как-то так, ребят, как-то так. Очень хорошо все у нас получилось. Мы победили.
И теперь можно пойти на арену, но просто на арене нам уже драться неким. У всех своих супер-пуперских динозавров отыграли. Так, еще 130 очков доверий. Так, насчет вывести. Где у нас этот новый-то? Новый динозаврик. Легендарный. Где-то он здесь выпал. Вот он. Скафагнат. Все, пускай выводится. Блин, ну как же... Как же нам разместить-то, а? Может быть, что-то убрать? Так, подожди. Продать. Вот это, наверное, надо продавать. Так, флаг этот. Че, остров Сорна? Мне, зачем мне показали этот остров? Я не понимаю, зачем мне туда перекинули вообще. Так, вот этот флаг продать. Вот если мы потесним чуть-чуть. Блин, все равно не хватит. Все равно ведь не хватит. Что бы тут ни делал, у меня все равно нигде нету места. Прям грусть какая-то меня берет. Не могу установить, зашибись, да? Хочу и не могу. Да понятно, понятно, Тодзи. Просто некуда тебя, представляешь? Не, вот некуда тебя, Тодзи, примкнуть. На острове Сорна у нас тоже мало места. Вот никак. Буквально чуть-чуть не хватает. Трэш. Хоть копи деньги и расширяй участки. Так, ну что у нас там еще-то получается? Битва. Давай, наверное, доиграем последних наших динозавров. Так, Эдиоморфодона возьму здесь. Алангозавра. И, например, Анкилодока. Просто посмотрим. Мне кажется, такую армию я уже здесь не потяну. Бои. Ох ты. Хорошо-то как попал-то, а? Хорошо попал. Прям под удар. Мы его, кстати, вырубаем с одного удара. Если будем первым ходить. Ну что, пока роднули. Опа. Но он может взять вот этого паразавра или как он там. Зухамим. Ну, Зухамим вообще нам тут ничего не сделает. 160 к атаке. Это будет смешно. Меняет на паразавра, я же говорю, будет менять. Ну что, алангозавр по нему плачет. Что я могу сказать еще? Ну-ка. Взял, взял все-таки защиту. Окей. Ну что, будешь опять менять на своего Зухамима? Ты думаешь, ты что-то этим выиграешь? Ой, я тебя умоляю. Давай я так сделаю. Достал он меня уже. Будет сливать все? Окей. Если он сейчас сольет всю атаку. А он ее сливает. То Эдиоморфодон его просто в щепки сейчас разносит. С двух буквально плюшек. С двух. Раз-два, раз-два, раз-два-три. Вот так вот. И паразавр твой ничего здесь не сделает. Вообще ничего не сделает. Ты ничего не стал делать, к тому же. Ой, зря, парень. Это ты, конечно, погорячился. Все, крышка ему.
Ну давай, давай, давай. Все, молодец, красавчик. Да, паразавр так себе. Не выдержал нашей, как говорится, схватки, да? Ну что, мы крутим с тобой рулетку в надежде, что нам что-нибудь да выпадет. А какое место мы получим? О-о-о. Ну зато мы с тобой в охотниках хотя бы сохранились. А не в какой-нибудь лиге новичков. О, 50 бакинских прилетело. Спасибо большое. Ну что, двигаемся дальше. Опять же, Эдиоморфодон. Дальше что нам взять? Тираннозавра, наверное, надо. И... Стегоцератопс. Ну, тут уже, понимаешь, такой средний класс идет. Я даже не знаю, сможем ли мы вообще здесь как-то победить, вырулить ситуацию эту. Ох ты, ну, Дагозавр как раз под Эдиоморфодона попадает. Хорошо как, а? Жалко, мы, конечно, с одной плюшки его не вынесем. К сожалению. Ну, а так он получит. Вот. Вот этот тут мощненький чувачок у меня он есть. Урхадзавр, по-моему, да? Как так звать его? Он сразу, понятно, он испугался за своего нудагозавра. Сейчас он будет его убирать. Это я тебе точно говорю. И берет... Вот. Урхадзавра. Как я, в принципе, и думал. Ну что же. Берем тираннозавра. Берем тираннозавра и... Защиту. И защиту, ребятушки. Ну что, посмотрим, что он будет сейчас делать. Будет опять менять на своего нудагозавра? Нет. Прикинь, он ничего не стал делать. Раз, два, раз. Посмотрим. Пять. Неужели будет атаковать? Прям всю атаку сливать сейчас будет, да? Точно, ребята. Ну что же, тогда и нам придется сливать всю атаку. Почти всю. Почти всю. Только вот этим будем менять. Раз. Сколько у него там? 1000, да? Поехали. На-ка. Погуляй, Васенька. Угу, Галимим. Мой ход. Так, ну что, я, наверное, буду все сливать. Давай так сделаем, все сольем. Так, ну что, остается нудагозавр со своими 209 хп. Так, ему нужно будет слить 3 атаки. Да? Вот как ты думаешь, он взял 4 защиты? Не знаю, проверим. Ничего он не стал брать. За это и получил. Вот и все, друзья. Вот и казочки с конец. Как это? Сказочки конец, ё-моё. Жалко, у меня, конечно, больше ничего не осталось. Мне некем играть. А так бы я здесь еще позависал бы, если честно. Ага, деньги. Ну как-то... А, нет, у меня еще птеродактиль остался. Птеродактиль и... Ну давай вот так вот сделаем. Блин, и как еще сделать? Ну давай попробуем. Попробуем, ребята. Это уже точно действительно последний поединок у нас. В принципе, неплохо, ребята. В принципе, неплохо. Синоцератопс, конечно, меня не очень здесь радует. Будем честны.
Так, будем смотреть, что у нас тут пойдет и как пойдет. Окей. Ну. Так, этому крышка. Так, мы сколько с тобой должны потратить? Раз, два, три. Ну, я так понимаю, бонус. Так, прощайте, сударь. Выходит, это пижара. Со своей ничтожной атакой. Ну что ты, топижарочка, сделаешь? Решил бумкнуть. Решил он, короче, меня атаковать. Так, что бы мне здесь лучше сделать-то? Давай-ка я вот так вот, наверное, сделаю. Раз-два. Раз-два. Пяток. 5 атаки он взял. Точнее, 5 очков действий он взял. Сейчас посмотрим, сколько он будет сливать. Меняет. Даже так. Ну что, тогда тебе крышка, парень. Я все сливаю. Абсолютно все, ребята. Тем самым я уничтожаю его. И остается здесь несчастный топижара, который ничего нам не сделает, по большому счету. Не, он может, конечно, убить мне птеродактиля. Убить. Но долго он здесь не попляшет. Да, птеродактиля мы теряем. Но также он теряет своего топижару. Давай, родной сфинокодон. Вот так вот. Все, ребята, это был последний поединок у нас сегодня на арене. Забираем все наши манатки. Все. А, нам нужно еще в PvP сыграть в Кайнозойской эре. Об этом тоже не забывай. Так, ну что, 55 место. Достойное, я считаю, место. Если включать тот расчет, что мы играли не все 3 дня подряд в лигу, а только 2 дня. И то были там моменты когда-то неудачные у нас. Так, использовать ускорение, блин. Еще одно ускорение нам нужно. Так, и в Кайнозойской эре. Блин, как же нам с ускорением-то быть? Я даже не знаю. У меня такое ощущение, что придется какие-то постройки нам разобрать здесь. И я, кажется, уже знаю, какие. Так, а что это такое вот это вот? Откуда нужно убрать? Так, это уже мы возвращаем к себе туда, да? Так, арочку эту тоже уберем. Так, тебе перемещаем. Вот сюда. Поплотнее, так сказать. Тебе мы вот сюда поставим. И вот теперь, по-моему, у нас хватит местечко для Тодзи. Ну-ка. Да, да, ребята, хватает места для Тодзи. Вот это я понимаю. Так, он с кем у нас был гибридом? Ага, мы из него сделали как раз Нундагозавра. Только поставили, он уже сразу начинает выпендриваться. Ты посмотри, а. О, ну разберись-ка с ним. Так, и мы с тобой сейчас как раз сделаем еще последнее третье ускорение за счет Тодзи. Забрать. Поместить. Вот так вот. Ну что, пойдем теперь в Кайнозойскую эру. Берем ПВП.
Берем канезойскую. И нам нужно разыграть. Опа. Так, раз, два, три. Главное, три разных, чтобы было. То есть пещерники, пустынники и хладнокровные. Опачки, опачки, кто у нас тут? Эндрюс Арх, Архиотерий. Ну, конечно, тут мой амфицион вообще получает по полной программе. Сейчас посмотрим, что он будет делать, конечно, Эндрюс Арх. Решил атаковать. Ты гляди-ка. Кто у нас? Вот этот хорош. Ну, я возьму бонус. На кого он поменяет? Он сейчас, наверное, поменяет на вот этого Архиотерия. Или будет атаковать. Интересно мне вот посмотреть, что он сейчас все-таки решит сделать. Или будет копить. Меняет. Архиотерий. Ну все, парень, короче, слил все, что ему вообще было положено. Теперь сливаем мы. Так, сколько у него там? 307. Блин, мне придется все абсолютно сливать. Иди отсюда. Кряхтит там еще что-то мне. Так, 69. Ему придется две атаки потратить. А вот дальше что делать, я ума не приложу. Че, сколько у нас мамонт? Точнее, даже не мамонт, наш слоненок. 38. Ну, тут, походу, фейл. Ладно, ребята, тут не главная победа. Тут у нас главное, это чтобы поиграть. И поиграть разными животными. 113. Ну, ему здесь придется 3 атаки слить. 3 атаки слить. Я не знаю, сможет ли наш мамонтенок на него наказать, вряд ли. Со своими 38 атаками. Ну, конечно, это смешно, ребят. Тем более, у него еще две защиты стоит. Мамонтенок фигли не прокачан, ни шиша. Ну, мне надо было его взять, чтобы пройти этот бонус, ребят. Чтобы пройти этот уровень. Кстати, никто не любит его брать, я заметил. Он, сколько я дрался, ни разу не видел, чтобы он кого-то был. Ну все, 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 все. Сдулся ты, Эндрюса. Ой, Эндрюс Арх, это... Как его звать-то уж? Забыл. Эндрюс Арх, это типа чувак, ну, похожий на лису. Все, 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 я здесь отыграл. Можешь расслабиться. Так, и смотрим, что у нас тут. Хавчик, ага, 35 долларов. И голда. Ну и плюс 95 очков доверий. Все, как по мне, ребята, я думаю, что серия сегодня удалась. Если ты со мной согласен, то ставь лайкосик или пиши об этом в комментариях. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.